Томич побил мировой рекорд подтягивания на перекладине. Виктор Филиппов за несколько подходов улучшил результат сразу в двух дисциплинах. За одну минуту он смог подтянуться 75 раз. Это на 16 повторений больше предыдущего рекорда, который был установлен 4 года назад. Без передышки Томич пошел на еще одно достижение и стал рекордсменом по количеству подтягиваний в течение 3 минут. Предыдущий рекорд за это время составлял 100 подтягиваний. Он был установлен вьетнамским солдатом еще в 1988 году. С короткими остановками Виктор Филиппов выполнил за 3 минуты 129 повторений, установив тем самым сразу 2 рекорда России и мира. 3, 2, 1, стоп! Весь свой рекордный подход Томич записал на камеру и планирует выложить видеозапись на YouTube, чтобы затем, в соответствии с международным регламентом, подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. С ее представителями спортсмен проконсультировался заранее. В обычной жизни Виктор Филиппов работает в сфере сетевого маркетинга, а любовь к упражнению на турнике у него появилась еще в детстве. Для меня это упражнение, подтягивание, всегда было как способом, то есть показать свою силу, да? Наверное, в детстве кто-то там гирю поднимал, показывает. Давай, кто больше гирю поднимет. Есть также подтягивание. Поэтому вот отсюда моя мотивация быть сильнейшим в мире, кем я и являюсь сейчас. Я думаю, это уже понятно всем стало.